Доброго времени суток, дорогая команда, дорогие партнеры, гости нашей встречи. Здравствуйте, как меня слышно? Дайте, пожалуйста, мне понять, что вы меня слышите хорошо. Ставьте, пожалуйста, десяточки. Наверное, я чуть-чуть еще прибавлю громкость. Ставьте десятки, кому слышно хорошо. С вами Наталья Жукова. У нас сейчас командная встреча по стратегии спецназ МЛМ. Именно об этом мы сейчас будем разговаривать, потому что полный охват нашей темы, нашей корпорации, это в 7 часов на презентации. Сейчас у нас стратегия команды спецназ. А чем же она хороша вообще, да, какова она, эта стратегия? Отлично. Слышно меня замечательно. Я рада вас всех приветствовать. Друзья, напишите мне, пожалуйста, семерочки. Те, кто у нас первый раз на нашей встрече, может быть, новичок, а может быть, вы приглашены послушать о нашей возможности, да, о нашей стратегии. Ставьте семерки. Илья, здравствуйте. Я Наталья. Еще, друзья, Александр, здравствуйте. Еще кто есть? Дело в том, что у нас встречи проходят ознакомительные только, да, 4 раза в день. Без праздников, выходных, да, то есть независимо, лето это или не лето, мы в любом случае движемся к своим целям, мы работаем, мы вас приветствуем, да. Есть у нас еще и новенькие партнеры, те, которые, наверное, буквально 1-2 разочка присутствовали, да, приняли решение, причем очень здорово, когда человек принимает решение быстро. То есть я очень уважаю таких людей, например, но для того, чтобы он принял решение быстро, ему нужно уловить, скажем так, собственную выгоду. Потому что именно за этим мы приходим с вами в интернет. Мы приходим в интернет для того, чтобы разобраться со своими финансовыми задачами. Не люблю слово «проблема», потому что нет проблем, есть задачи. И причем все они разрешимы на самом деле. Если человек не складывает ручки, да, и не охает, не ахает, и не говорит, что все как плохо, да, жизнь не удалась. Но факт остается фактом. В кредитах 90% населения. Абсолютно уверена, что большинство людей, может быть, даже все, кто здесь присутствует, понимают, что такое кредит. Дай бог, чтобы это было в вашем прошлом, как говорится, да. Еще есть такой момент, что очень много людей в ипотеках, да, то есть люди взяли ипотеку, они вроде бы как были на стабильной работе, но могу сказать, что, по крайней мере, в стране России никакой стабильности нет. Людям кажется, да, что они, работая в наемном труде, имеют какую-то стабильность, но, увы, факты, они говорят совершенно за другое. Я вот привожу иногда пример, да, не так давно общалась с человеком, который, ну, несколько лет, да, старший инкассатор Центробанка, все вроде бы как хорошо и замечательно. Вот тут вот как-то мы созвонились, все, он говорит, уволили сразу 1000 человек, без объяснения причин. Ну, вот как-то так, да, то есть сейчас такое время, но независимо от этого, нас, мы понимаем, что жизнь наша идет. И нам хотелось бы все-таки в этой жизни побольше реализоваться, побольше чего увидеть, да, побольше чего, скажем, поиметь в своей жизни. И на все вот это, и на реализацию себя лично, и на все нужна денежная энергия. И это факт. Мало того, что есть такой момент, что люди, очень многие живут на съемной квартире, да. То есть между небом и землей, как я говорю, потому что в любой момент, в принципе, могут попросить. И помимо того, что ты оплачиваешь там у дяди, да, собственно, деньги, это даже не ипотека. То есть не знаешь, что, в принципе, и страшнее. Поэтому люди реально оглядываются вокруг себя и понимают, что работая в наемном труде, они не могут заработать денег нормально, чтобы закрыть ипотеку, быстренько закрыть этот кредит, который не дает спать, да, и заработать себе на жилье. Потому что если бы мы с вами, мои дорогие гости, партнеры, если бы мы с вами могли в наемном труде заработать на квартиру, да, на домик на хороший, тогда бы банки все лопнули, собственно. Вот. Поэтому люди идут в интернет как механизм безграничный, в котором можно действовать, да, не выходя из дома. И другой вопрос, что в интернете очень много подводных камней, опять же, да, но люди, которые все-таки либо на собственных граблях потанцевали, да, либо они учатся на чужих граблях, они начинают, в общем-то, анализировать свою интернет-деятельность. Так вот, наш бизнес, наша корпорация, она создана именно людьми, которые умеют анализировать свою деятельность, интернет-предприниматели, лидеры, конечно, да, которые в интернете хотели заработать денег нормальных, да, на какие они настроены, потому что в интернете огромное количество денежных потоков гуляет, просто огромное.
Другой вопрос, что либо проекты закрывались, либо админ решил деньги не выводить, либо еще что-то, да, в теории одно, в практике другое, и решили организовать свою тему и дать платформу, которая доступна абсолютно каждому человеку. Наш бизнес в корпорации Constellation Luck – это бизнес для каждого человека. Причем для людей, которые понимают, что бизнес – дело серьезное. Его, как бы, знаете, за один месяц, ну, построить, в принципе, нереально, да, хотя у нас математические просчеты, у нас чистой воды математика, и, в принципе, можно и за месяц это сделать. Но мы будем говорить, скажем так, доступными такими моментами, да, наш бизнес полностью легальный, прозрачный, высокодоходный и автоматизированный. Плюс ко всему, вот эта фишка, да, 99% денег в структуру. MLM-компании такое позволить себе не могут, чтобы отдать своим партнерам 99% денег в структуру. Но нас, как говорится, это не должно сильно волновать, мы же приходим зарабатывать деньги. Естественно, мы рассматриваем любые возможности с позиции собственной выгоды. Мало того, собственной выгоды и выгоды людей, которые придут за нами, потому что сетевой бизнес – это командный бизнес. Потому что именно в сетевом бизнесе отсутствует потолок, а в нем нет установочного оклада, скажем так, да, независимо от того, как человек работает, у него все равно оклад, но там подачку в виде премии какой-то ему бросят. Поэтому это бизнес для людей активных, амбициозных, целеустремленных, но в то же время простых людей. То есть у них нет миллионов, чтобы им открыть бизнес на земле, у них нет связей, да, которые помогут этот бизнес действительно развить, потому что 3% предпринимателей только выходят, извините, через годик, через другой в плюсы. Это статистика, это не мои эмоции, это действительно статистика по стране Россия. Поэтому нужно делать выводы, а где же все-таки? Можно, как говорится, малой кровью, да, безопасно, без рисков каких-либо. Можно заработать хорошие деньги. А их можно заработать благодаря своей собственной активности. Потому что та возможность, которая дается в нашей стратегии, в команде спецназ, она абсолютно доступна каждому. Работаем мы легально официально с 3 июля 2015 года. Вообще наша тема, она существует уже год и 5 месяцев. То есть сначала это был просто проектик, да, как бы, ну, как все проектики. Далее этим проектом занимались те люди, которые все-таки его организовали. Они не бросили, они не пошли в какую-то другую тему. Они ей занимались и оттачивали эту стратегию, эту работу и этот маркетинг. Удивительный, шедевральный наш маркетинг. Компания зарегистрирована на Сейшельских островах, поэтому налоги платим один раз в год. И это не говорит о том, что компания работает нелегально, потому что Сейшелы для многих, ну, как бы это немножко несерьезное. Для меня тоже, если честно, раньше так было. Но просто, опять же, я умею слышать, умею делать выводы и логически мыслить. Да? Если компания дает 99%, все с чего ей платить налоги? Там, в Великобритании, в России или там, в Украине, неважно. Потому что у нас налоги просто-напросто, ну, извините, обдираловка, да, у нас они налоги. Я сама индивидуальный предприниматель, я прекрасно знаю, что это такое. А в нашем случае человек, наш партнер, он может оформлять себе индивидуальный предприниматель и платить налог в своей стране, если он хочет. Может не оформлять, это не обязательно. Это не говорит о том, что если вы не ИП, значит, вы не получите денег. Как, опять же, во многих MLM-компаниях, продуктовых, там, где у нас товарный бизнес, да, то есть суть остается в любом случае одна, для всех. Люди приходят в сети зарабатывать деньги. Поэтому нужно делать выводы, где же от сетей большая доходность, почему именно она будет большей доходности, то есть нужно рассматривать человеческий фактор и все в этом роде. Вот мы сейчас с вами посмотрим. А наша компания легальная, админов, президентов у нас нет. Есть лидерский совет, есть люди, которые участвуют коллегиально в каких-либо вопросах, да, по процветанию. Корпорация вообще пришла надолго и большие планы на будущее. У нас мгновенный вывод денег. Это важная такая штука, на которую нужно обращать внимание. Почему? Да потому что очень часто бывает такое, что дело сделано, а деньги, извините, через неделю только. А я сделала шаги, у меня как бы деньги на балансе в кабинете. А мне, ну, приходится запрашивать у админа, там, допустим, да, вот раньше, когда я работала, чтобы эти деньги вывелись. Нам не нужно ничего запрашивать. Вот сейчас я работаю, я понимаю, что я сделала шаг, у меня деньги, понимаете? И причем мы сейчас посмотрим, что значит сделать шаг, иметь деньги на расходы, да,
А что значит еще и в этом процессе у тебя действует бизнес? Полная автоматизация, щедрый, простой и легкий маркетинг. Наш маркетинг, он действительно очень щедрый. Он действительно простой, хотя он изначально может таковым не показаться. Другой вопрос, что если человек зашел еще на встречи, да, он еще раз увидел, что это действительно очень простая модель, просто она продумана, она очень денежная, она мудро друг с другом схвачена. Вот эти все наши модели, все наши источники дохода, потому что у нас их 14 источников дохода плюс интернет-магазин под ключ. Доступный вход, достойный выход. Стратегия команды спецназ позволяет людям зарабатывать, начинать зарабатывать, запустить свой бизнес за $25. На минуточку, это, ну, 1600, наверное, сейчас. Я не знаю, когда идешь в магазин за продуктами, вот эта 1600, она как-то, вот знаете, получается, что, ну, я не знаю, ну, нормальная колбаска там, она стоит килограмм около 1000, если мы начнем брать. Нормальная, да? О чем тут говорить? Съел и куда это все ушло, да? Здесь речь идет совершенно о том, что с вот этих маленьких сумм можно выйти на очень серьезные деньги. Вам просто нужно сейчас это внимательно послушать. Распределение денег в структуре, я вам сказала, фактически все деньги, да, 1% остается на технические обслуживания, на содержание сайта там и всего прочего. Антикредитная программа, функция в кабинете, которую можно активировать, чтобы денежка не на кошелек приходила, а скапливалась у вас, как копилочка. И когда деньги скопились, да, вы заработали, вы сделали шаги, и вам эти деньги выдались. Хотим это активируем функцию, хотим не активируем. Все получают одинаково. Маркетинг, автоматы едины для всех. У нас полностью автоматизирован наш шикарный, уникальный маркетинг. Одна работа, тройные выплаты. Каждый наш партнер, практически каждый, тот, который хочет еще и подарки получать от корпорации, он регистрируется сразу, открывая себе 3 кабинета. То есть по 3 реферальным ссылкам. И он отображается у спонсора во всех 3 кабинетах, но это один человек. То есть никаких золотых треугольников, это зеркальные кабинеты, это колоссальное отличие. В золотых треугольниках и нагрузка тройная на выполнение, да, условий. Здесь же одни и те же как бы условия. Дальше. Один заходит, получает несколько партнеров. Мы отличаемся от площадок, от матриц и от всего прочего. Вы сейчас увидите. Одна работа, множественные источники, 14 источников плюс интернет-магазин. Отлаженные стратегии работ. Команда спецназ, это наш лидер Лариса Баженова, работает уже 2-й год в корпорации, работает активно и с любовью, с душой несет эту тему, и мы ей очень благодарны, очень ее любим и уважаем. Накопление, роскошные подарки. Это программа «Спутник», 8 часов по ней встреча, отдельная. То есть в 3 и 8 у нас отдельная встреча по «Спутнику». Высокая функциональность кабинетов, классные, продуманные кабинеты, светлые, с минимум текста, с нужными кнопочками, где необходимо, 3 верхних оплинии, сразу видно ваши верхние 3 наставника. То есть данные партнеров, да, там в бизнес-классе вообще полный как бы пакет данных, да, там почта, скайп и все прочее. Дальше, защищенный SSL-сайт. Данные защищены, да, вот наши, и мы работаем спокойно. Высококвалифицированное обучение партнеров. Я всегда говорю, знаете, когда какую-то тему вот показываю, да, с кем-то, мы же много общаемся с людьми, всегда я говорю, да, деньги – это великая ценность. Это самый ликвидный продукт, это самая классная вещь, но чтобы их зарабатывать, люди должны обладать какими-то навыками, умениями. Не все люди приходят сразу с опытом, да, что вот они понимают, что такое там пройти через отказы, да, что такое там, допустим, выполнять четко, организовывать свой день и все прочее. Так вот, в нашей корпорации обучают людей. У нас и школы новичка, и школы по работе с какими-то программками, у нас школы лидера, школы по расширению миллионерского сознания, потому что здесь действительно большие деньги в маркетинге. Дальше, помощь и поддержка лидеров. То есть вот организаторы вот этого всего дела, они с нами всегда на связи. Это не кто-то с короной на голове, до которого, знаете, не достучаться, не дозвониться. И что у него там в голове? Что он решил со своей компанией? Либо маркетинг напрочь изменить свою, да, выгоду, либо там еще что-то. То есть вот это тоже отсутствует. Мне очень нравится вот такое, скажем так, совместное выстраивание бизнеса каждого. Потому что совет директоров – это не закрытое место.
Туда могут попасть любой человек, который проявил себя, который, ну, спикер, да, то есть он уже там какие-то конференции, он себя проявляет и активно участвует на благо, да, работает корпорации. На благо корпорации. Не только там со своей командой, работает на благо корпорации. Дальше. Квалифицированная техподдержка на сайте, интернет-магазин под ключ, авторское серебро с листовым золотом по очень доступным ценам. Мы можем заниматься продвижением этого серебра, а можем не заниматься. Это дополнительно будет партнерское вознаграждение. Это не самый важный момент, который люди рассматривают, когда подключаются к бизнесу корпорации Constellation Luck. Так, гремит у меня тут все. Большая библиотека с электронными товарами. То есть там есть, опять же, какие-то тренинги, какие-то интересные материалы по развитию, какие-то программки, софты, курсы. Библиотека наполняется совместно, она варьируется. То есть это, еще раз повторюсь, взаимо, скажем, делание общего бизнеса. За что я вот люблю очень такую тематику, когда люди объединяются, развивают друг друга, потому что мы все разные, мы с разными опытом, да, с разным опытом, с разными знаниями. Приходят очень творческие, интересные люди. И вот люди объединяются, да, и развивают друг друга и идут к очень серьезным суммам, вместе взявшись за руки. Дальше давайте смотреть непосредственно, вот я вам по преимуществам, я вам прошлась по бизнес-кейсу. То есть это бизнес-кейс, который приобретает партнер, когда он подключается к корпорации. Что значит подключиться к корпорации? Это значит, рассматриваем вариант доступности, потому что, еще раз повторюсь, у многих людей счета. У них нет возможности там, допустим, открыть сразу несколько наших программ. Хотя у нас это возможно, у нас гибкий маркетинг. Если у человека есть возможность, он сразу открывает себе программку золотого утроителя, то есть класса эконом, в трех кабинетах. Если у него нет, значит, он только в одном это делает, а потом уже из заработанных денег он себе сактивирует второй, третий кабинет, без необходимости вынимать из кармана. Здесь вообще такой бизнес, которым не нужно вынимать из кармана, друзья. Поверьте, когда люди подключаются к продуктовому бизнесу, как правило, там активации номеров ежемесячные, и у тебя, например, сложилась от структуры бонус 2000 рублей. Если ты 3000 не прокупишь, да, себе активацию, значит, эти 2000 не получишь. Другой вопрос, что ты еще их получишь в случае, если ты ИП. Это тоже другой вопрос. Тут надо рассматривать все вот эти моменты. Когда реально у меня будут деньги в руках, да? Потому что мы для этого приходим, да, в интернет, вообще для этого хотим работать, работаем для этого. Дальше, золотой утроитель, да, вот мы подключились, у нас условия в спутнике, в программе спутник, три партнера за собой, три аккаунта, три партнера за собой, а если человек не будет активировать второй и третий, допустим, утроитель, там, аккаунт, ну, спутник это все как бы отслеживает, да, и как бы подарков не будет, а ведь приятно получать деньги и подарки, потому что спутник это деньги и подарки. Мы подключаем за собой три человека, каким образом? Мы выводим людей на систему, которая говорит за партнеров. Еще раз, ничего объяснять не нужно. На ходу, на бегу, на улице, в скайпе. Ты вот приходи, бери, давай 25 баксов, да, зови трех друзей и приходи. Не нужно это ничего говорить. Нужно понять, хочет ли человек от жизни большего, хочет ли он решить свои задачи, да, и сказать, у меня есть интересная тема. Выходим вот во столько я тебе пришлю ссылочку, все. Понимаете? Выводить нужно на систему, потому что в системе, да, то есть спикеры, то есть мы, ведущие, ведут те люди, которые уже получили финансовые результаты, достаточно неплохие. Поэтому уверенность в голосе, я думаю, она будет отличаться от уверенности в голосе новичка. А люди идут именно на уверенный голос. Поэтому давайте смотреть. Мы, допустим, человек послушал, да, он сказал, да, мне все нравится. Вы даете три реферальные ссылочки, он регистрируется, открывает три кабинета, и в одном из кабинетов, хотя бы в одном, он активирует себе свой золотой утроитель. Вы пригласили второго партнера, он тоже сактивировал себе золотой утроитель. Вот эти 25 и 25, они в накопительном вашем кошелечке сделали следующий шаг. Они вам сактивировали весь остальной бизнес, друзья, автоматизированный. Они вам запустили будущее. То есть мы вот находимся в той теме, в которой не просто, знаете, люди зашли, дабы вот с
как говорится, срубить вот эти вот 25 долларов, а дальше трава не растет. Здесь бизнес-ориентированные люди. И именно они здесь будут получать результаты, потому что это правильно. Потому что это таковы законы Вселенной, извините, нужно поработать. Другой вопрос, что когда люди рискуют большими деньгами, открывают свой бизнес, неизвестно, пойдет он или не пойдет, да, этот бизнес. Здесь же все очень просто, мы общаемся с людьми. Мы общаемся, и мы понимаем, что мы людям даем возможность и этим бизнесом заниматься в кайф на самом деле. Вот смотрите, запустился бизнес-класс без вас автоматически, как только второй человек сактивировался. Он запустился. Дальше. Третий партнер встал к вам, ваш тройничок, на третье место. К примеру, это как вариант. Совсем не обязательно, что третье место вашим третьим личником заполнится. Встал он на третье место. Для вас это реинвест. Вот, эти 25 долларов, они ушли верхнему наставнику, и вы сейчас увидите, для чего нужен этот реинвест. Я вам сейчас покажу вот настолько мудро продуманный вот этот вот момент, да, в бизнесе, что меня он с каждым разом все больше и больше удивляет. То есть вы реинвестировались, вы как бы сактивировались заново. Для чего? Для того, чтобы ваш тройничок вам много-много раз приносил по 25 долларов, да. Вот реинвест два раза по 25 долларов на вывод. Реинвест два раза по 25 долларов на вывод. Если вы будете это делать быстро в течение дня, да, значит, он будет в течение дня прокручиваться. Но мало того, что он будет прокручиваться, когда вы лично приглашаете. Да, то есть у нас первая линия неограниченная. Мы на трех никто не останавливаемся. Дальше еще интереснее приглашать. Четвертого, пятого. Потому что четвертый, пятый, к примеру, если ваши еще первые люди не сделали там три приглашения, да, если Анечка, например, сделала только два приглашения, она к вам в бизнес вылетит, денежки прилетят туда. И она еще третьего не пригласила, но вы пригласили четвертого. Вам 25 долларов придет в кошелек на вывод. Если вы активировали за 10 долларов спутник, когда вы заходили, так тоже делают у нас партнеры. И многие сейчас заходят на 25 плюс 30, то есть эконом и спутник. Если вы сактивировали, значит, все 25 на вывод. Если у вас открыт золотой утроитель во втором и в третьем кабинете, значит, тратите их и не стесняйтесь, не думая о том, что вы что-то забрали из бизнеса, он у вас останавливается. Нет. Анечка тем временем пригласила, например, третьего человека. Третья ячейка – это всегда реинвест. И Аня к вам уже на второе местечко придет и принесет вам, как мы говорим, клювики, да, принеса денежку, 25 долларов на вывод. Это на вывод будет уже. Вот когда реинвестировался первый раз золотой утроитель, каждый раз по 25 долларов на вывод. Все, спутник запущен, бизнес-класс запущен. Больше золотого утроителя ничего никуда не запускает. Все остальное запускает бизнес-класс либо спутник. Они сами автоматом запускают. А работа наша ведется вот здесь. То есть мы в любом случае приглашаем еще, да, мы в любом случае делимся информацией. Это возможность для человека вырваться из матрицы. Сделать так, чтобы со временем, я не говорю сразу, не нужно, скажем так, находиться в иллюзиях, что вот моментально, быстро, да, вы срочно начали зарабатывать. Я еще раз говорю, у нас система автоматизирована. Если все быстрыми темпами проходит, то вы очень быстро начинаете зарабатывать. Здесь главное темп. Понимаете, даже не количество вложенных денег вами лично и вашими партнерами. Здесь главное темп. И когда у вас партнеры ваши нижние делают те же самые действия, как и вы, они с третьего партнера к вам приходят реинвестом. В любом случае, они в бизнес-класс вылетают. А Юра, например, сделал те же самые действия, он к вам приходит реинвестом. Сейчас, вот в данный момент, да, мы с вами расклад делаем, последнее местечко свободное. Это для вас реинвест, значит, эти 25 ушли верхнему наставнику. Я наблюдала ситуацию, как у меня снизу с нескольких уровней приходил реинвест. То есть несколько людей реинвестировались вот так в процессе. За этим следит система, за этим не мы следим. И нам не нужно звонить человеку нижнему и говорить, слушай, ко мне не может пройти реинвест, потому что он к тебе приходит, и тебе вот у тебя третья позиция, тебе надо реинвестировать. Не нужно нам никого ждать, никого вызванивать, ничего. Уникальная штука, обалденная. То есть выгода, когда работает команда снизу, да, наполняется уровнями. В любом случае, сколько бы у вас не было личников, 3, 5, 10, они все к вам будут приходить реинвестом. А у вас три местечка вашему правителю. Три местечка.
Очень часто такое происходит, что свое личное приглашение, оно сразу на вывод, да, вот это либо первая, либо вторая позиция. Сразу на вывод все 100% денег. Хочется задать вопрос, сколько это процентов реферально? Вот мне хочется Илье, Александру задать вопрос. Как вы считаете? Вот, по сути, вы подключили реферала, первую линию. Он заплатил $25. Сколько это реферальных денег? 100%. Совершенно верно. Я не знаю, где еще 100% реферальных денег. Есть, допустим, какие-то моменты там, где уровни покупают. Там как бы тоже есть такие вещи. Но там есть свои нюансы, свои минусы маркетинга. Смотрите, вот здесь такая ситуация. Когда развивается команда в глубину, и когда развивается команда в первой линии, да, это вам будет приносить деньги на вывод на кошелек. И при всем при этом у вас будет строиться дальше программы, в которых работают параллельно автоматы. Не мы работаем, мы работаем в золотом утроителе. Ну, еще спутник бывает, да, берут до кучки. Ну, как правило, это, опять же, одни и те же партнеры, да? То есть это все одни и те же партнеры. И если вы тремя кабинетами сразу активируетесь и сразу людей подключаете тоже вот на 75, то, соответственно, и Аня, и Юра, и Олег, они отзеркалятся во всех других кабинетах. Но доходность, она, извините, в два раза увеличивается, и тройничок уже дает $150, а не 50. Все, во втором также запустится бизнес-класс. А во втором также запустится спутник, и в третьем будет то же самое. Идентично развивается маркетинг и во втором, и в третьем кабинете. И вот когда мы вот здесь вот работаем, вот здесь строится команда, вот здесь работают автоматы, вот во всех этих программах работают автоматы. Они, в принципе, и в экономии работают, да, когда нам реинвест делают, когда, собственно, переводят людей на бизнес-класс. Здесь работают автоматы. У вас вылетают эти же люди вот с этой программы, с этих уровней, с первого, второго и третьего, к вам люди прилетят вот сюда. Если они не зевают, то именно вот так оно простроится, да, по идеальной модели. Если нет, у вас все равно будет бизнес-класс заполняться. В любом случае. Если у вас не работает там первый или второй личник, вы работаете как активный человек, занимаетесь своим делом. Строите четвертого, пятого ставите, да, партнера, первую линию, они ставят своих двух, они все равно к вам в бизнес-класс прилетят. И он все равно будет для вас вот такой вот доходностью, это только с одного кабинета. Да, он изначально запустит вам программки. За $50 зодиак запустит, за 250 запустит элит-бизнес. Но потом $615, как только выйдет партнер в бизнес-класс, один партнер, на кошелек на вывод денежки, плюс сам к программе эконом. $30 с третьего уровня, вот ситуация, как вот у меня, например, да, еще у других партнеров, $30 коп на вывод. Перезапустим бизнес-класс до $50, и опять все наши личники, они к нам будут прилетать сюда в бизнес-класс, и уже все это будет на вывод. $5 с первого уровня, $10, $30 с третьего уровня. Бизнес-класс – это тринар, премиум-класс – это тринар, VIP-класс – это тринар, три – на первом уровне 9, на втором 27, на третьем. Идентичные, только входы у них разные, соответственно, и выходы по деньгам у них разные. В элит-бизнес, когда вот сюда, вот элит-бизнес, это такой же тройник, как вот этот. Тройник, утроитель. Элит-премиум, утроитель тоже, тройник. У нас он Т отображается в кабинетах. Вот это тоже, тройничок. Все то же самое, только доходность выше. И вход, да, этого тройника, он выше. Получается, элита-бизнес, он, когда к себе поймает двух партнеров, да, они вылетят. Это ваши лично приглашенные, которыми вы здесь начали работать, в эконом-программе. Они вылетят сюда и запустят премиум-класс. Дальше $250 будет приходить на вывод на кошелек. То есть смотрите, какова суть. Одна программка запускает другую, начальной денежкой. Дальше они деньги отдают на кошелек, реинвестируются их деньги на кошелек, и так бесконечно, бесконечно крутятся эти утроители. Премиум-класс, накопив $2500, запустит элит-премиум. Но здесь те же партнеры будут. Что вот к вам в элит-бизнес они пришли, что в премиум. Да, бывает тот момент, что кто-то спит, да, кто-то еще никак не проснется, кто-то все думает, что ему что-то с неба свалится. Или он, собственно, забыл, что он не 500 лет живет,
на этой земле. А он что-то ждет, его могут обогнать. Здесь никто, в принципе, никого не ждет, да, все по активности человека. Элит премиум запустился, два партнера, эти же ваши личники сюда прилетят, запустится VIP-класс. Дальше по 2500 долларов будет на вывод. С премиуму уже будет приходить по 345 долларов на вывод. То есть запуск произошел, дальше деньги на кошелек. Запуск Elite Premium запустил, допустим, программку, запустил VIP-класс, да, деньги на кошелек. По 2500 долларов. Секундочку. Деньги на кошелек, да, то есть вот таким вот образом происходит. То есть VIP-класс, в VIP-классе те же будут ваши личники, конечно, целеустремленные, амбициозные люди. Они же сюда придут, да, и как только один партнер попадает на какой-то из уровней, изначально, конечно, это первый уровень заполняется, сразу деньги на вывод, потому что Elite VIP, он по желанию запускаться будет, по желанию. Автоматизацию ввели в Новый год. То есть шлифовали алмаз, отшлифовали, получился на самом деле классный бриллиант. Программа «Спутник» – это бинар, программа «Зодиак» – это бинар. Построение в две линии, на первом уровне два партнера, дальше переливы на второй, на третий, на четвертый уровень. Получается так. «Зодиак» – вообще пассивный доход, да? То есть люди заходят в кабинет, а у них там 20 долларов прилетело. То есть у них орбитка, к ним на орбитку вылетают партнеры. У нас космическая тематика. И, в общем-то, нам очень интересно работать. Если вы активный партнер, каким образом вы сможете помогать себе любимому, еще и команде? Вот я хочу сказать следующее. Я вам говорила, что можно приглашать 4-го, 5-го, 6-го, нужно это делать. В этом случае вы зарабатываете сразу 100% за личную рекомендацию. И мало того, те люди, пригласив двух, они будут прилетать к вам, в ваш бизнес-класс. Это же ваши, скажем, рефералы, да, но у нас не реферальные как бы отношения, у нас команда, но система нас видит как рефералов. Они же к вам будут прилетать на свободное место слева направо ваш тренер. Вот в данной картиночке вот сюда прилетит партнер. Для вас это третья линия, 30 долларов на вывод, если вы были в бизнесе и зодиаке. Для этого партнера это первая линия, 5 долларов накопительный баланс, чтобы открыть зодиак. Для этого партнера это 10 долларов. Если он в зодиаке, значит накопительный баланс, чтобы открылся бизнес, и его тренар уже приносил ему на вывод. То есть второй источник дохода уже начинает приносить на вывод деньги. То есть вот это вот колоссальная помощь команды, потому что вот это заполняется действительно командой. И, конечно же, не нужно ждать, когда вам кто-то начнет переливать, да, что у вас пойдет перелива. Нужно просто брать и действовать. А это некоторая картинка сравнения, да, по инвестициям и по CL Corporation. Всегда общаемся и говорим, ребята, мы же делаем одни и те же действия. Вы меня приглашаете, я вас приглашаю, да? Одни и те же действия. Представим, я к вам пришла на 100 долларов на депозит, да? Ну пусть это, конечно же, не инвестиции, это псевдоинвестиции, хайпики. Ну хорошо, положила я 100 долларов. Вы что получили? Вы получили 20% реферальных, 21 доллар. А я получу все 100 долларов, все 105 долларов. Вы разницу чувствуете, кто на кого работает? Я на себя работаю, а вы на кого работаете? Ну, раз вам процент платят, значит, у вас есть работодатель, там, я не знаю, получается это так, по сути, админ, да, вам платит эти 20%. И если мы сделаем расклад, я просто, опять же, общаюсь с людьми, я говорю, покажите, задавите меня математикой. Покажите мне математику. Если я активный партнер и 39 человек поставила в первую линию, я заработаю 600 долларов. А вы заработаете, да, если за 25, ну вот мы 105 рассматриваем, давайте уже 105 рассматривать, 1800 долларов я заработаю. Если я партнеров пригласила, 39 человек в первую линию. На вход это 105, это спутник и это 3 утроителя. Я получаю вот такие деньги. Если эти люди, а у вас получается вот такие деньги, 2,5 раза разница. Если эти люди пригласили хотя бы трех, то есть у вас две линии, на второй линии там 117, по-моему, получается, да, и 39, ну, грубо говоря, 120 человек в команде, да. Если они пригласили точно так же, вот хотя бы на такой вот депозит, это расклад вот такой вот по именно этим цифрам, то у вас будет еще, ну, вот 5% считаете, да, с этого,
То есть здесь получается, здесь, по-моему, что-то вроде там 600, что ли, мы считали. Здесь просто недописан слайдик, я потом поменяю. То есть получается, что у нас 1800. В этом процессе, когда еще они трешечку пригласили, у меня закрылся утроитель еще 12 раз там или 13, 1850 долларов. Закрылся бизнес-класс, это 565 долларов с одного только аккаунта. А мы же три, у нас люди три аккаунта запускают вот на эту сумму. То есть 6 с лишним тысяч долларов. А вот здесь какая сумма. Вы можете сейчас взять калькулятор и скалькулировать. Я поменяю потом слайд. Факт остается фактом. Там, я не знаю, в 4-5 раз выше. А действия одни и те же. А вложения людей одни и те же. Так зачем же мы, собственно, должны работать на кого-то, если можно поработать на себя? Вот такова стратегия как бы расчета, если мы взяли определенный темп. Если мы взяли определенный темп, и все в команде взяли определенный темп. То есть в течение 3 суток 3 партнера. За 25, не за 75 даже, за 25. И все выполняют такое условие. В течение, как ты подключился, в течение 3 суток ты ставишь себе 3 партнера, да, в свою команду. Они делают то же самое. На 6-й день у вас 40 долларов, на 9-й 50, на 12-й день 50 плюс 615, на 15-й день 50, 15 плюс 500, на 18-й 50, 90 плюс 500, и в общей сумме 1960 долларов. Выведенных денег, при всем при этом у вас открыты программы. Эконом, бизнес-класс уже перезапустился второй раз, работает. Элит-бизнес, премиум, элит-премиум. Ваши 3 человека, вопрос, что они получили, да, мы же не в пирамиду, да, мы не в пирамидке играем. Мы пришли в систему, где получают все. Ваши 3 партнера получат по 1300 долларов на вывод. У них будут запущены программки. Премиум, элит бизнес, бизнес-класс, эконом, зодиак, спутник, кстати, еще это дополнительные программы, они здесь не отображены. У их 9 человек будет по 750 уже выведенных денег. У них тоже запущены программы. Это все только начало. Это все только начало. Представим, что не в течение 3 дней, а в течение недели. На это ушло 6 недель. Вот это 6-я неделя. 1,5 месяца, 2000 долларов, только начав свой бизнес. Как вы думаете? Неплохо? При всем при этом у вас деньги в работе, и у вас, извините, на 21 день плюсом еще 8 тысяч долларов. И вот эти деньги. По-моему, очень даже неплохо. Даже если в течение недели 3 партнера нужно поработать, взяться за руки и поработать активно, отбросить, как говорится, все свои дела, и вы запустите колоссальную махину. Смотрите, получается так, что когда мы получили 40 и 50, это 90 долларов, вот с этих денежек мы можем оплатить 2-й и 3-й кабинет. В нашей стратегии именно таким образом мы и делаем. И что получается в данном случае? Если все действуют точно так же, на 6-й, на 9-й день оплата идет 2-го и 3-го аккаунта, то получается, что у вас и 2-й и 3-й аккаунт вам еще принесет доход. Еще принесет доход. То есть если мы берем 24 дня, не 18, а еще берем там, да, 2 промежутка. То есть смотрите, вот так вот берем, вот так. То здесь получается 2000 долларов плюс так 11, ну где-то 18, да, что-то там, 18-19 тысяч долларов, если с одного кабинета считать, на 24 день. Если мы действуем в стратегии активации заработанных денег 2-го и 3-го кабинета, то на 24 день 31 тысяча долларов, 31-815. Людей не больше, понимаете, это все одно и то же количество людей. Все одно и то же, только люди открывают каждый для себя тройной денежный поток. Это только у вас такие деньги будут. Ваши люди точно заработают, ну, чуть-чуточку поменьше, да, их люди еще чуть-чуточку там. Все возможно, что будет не именно так происходить, а человек будет приглашать 4-го, 5-го, 6-го, и он, в общем-то, может даже зарабатывать больше, чем его верхний наставник, понимаете?
Он будет зарабатывать сразу реальные деньги на кошелек на вывод. Есть математика просчета, если все заходят сразу тремя кабинетами. Ну, вот тут как бы на 24-й день не 31 тысяча долларов будет, а вот прикиньте, 50, да, ну, где-то там около 55, наверное, да, 55-56 тысяч долларов. Сразу. Потому что вот мы просматривали, это на 6-й, на 9-й день активируется кабинет. Это идеальная модель, это бизнес-класс, бизнес-план точнее. Действуем так, значит будет так. Не действует так команда, значит сроки отодвигаются. Вот эта программка «Спутник», я не буду на ней отдельно останавливаться, уникальная программа, которая, в принципе, если начинать работать с нее, она запустит и эконом, который я вам показывала, да, утроитель, и бизнес, и все запускается, в общем-то, даже благодаря этому «Спутнику», одной программе корпорации. Плюс люди получают деньги, и люди получают подарки. 8 часов встречи по «Спутнику». Вот это дополнительная программа, это без тех денег, которые я вам показывала на слайде, где бизнес-план, да, это еще дополнительно деньги. Заходим в кабинет, у нас по 20 долларов с бронзовой орбиты вылетают, потому что 12 раз по 20 долларов мы, в общем-то, имеем право получить, да. Бронзовая орбита, она запускает серебряную 12 раз по 100 долларов. Она перезапускается сама и опять будет приносить еще и по 20 долларов. Серебряная запускает золотую 12 раз по 1000 долларов. Та запускает платиновую, платиново-бриллиантовую, и они все перезапускаются. По 1000 долларов 12 раз платиновую, по 10 тысяч долларов 12 раз бриллиантовую, по 100 тысяч долларов, да? То есть вот смотрите, вот таким вот образом, да, дополнительно как бы вот эти вот программки еще колоссальные деньги организовывают для партнеров. Вопрос за следующим. Для чего вам, собственно... Для чего вы живете? Мне всегда хочется задать такой вопрос людям. Если вы живете для того, чтобы всю жизнь ходить и работать порой на идиота начальника, да, 8 часов вставать, собираться, бежать по будильнику, обед по расписанию, да, ни шагу там, как говорится, выйти, расслабиться, ничего. Все под заметочку, да. Если ты что-то опоздал на 5 минут, тебя списывают деньги, если там еще что-то. Если вы как бы для этого, да, живете, вот вам так комфортно, нормально, ну, наверное, не надо ничего рассматривать и брать для себя дополнительно. Но если вы обладаете хорошим финансовым сознанием, вы понимаете, что деньги – это возможности, которые они открывают. Это путешествия, это хорошие отели, да, это все совершенно другого уровня, это другое качество жизни. Если вы себя любите, оцениваете на 100%, значит, добро пожаловать в нашу корпорацию, потому что мы здесь работаем на себя, не на админов, не на президентов MLM-компаний. Мы работаем на себя. Мы объединяемся, развиваем друг друга, помогаем друг другу и замечательным образом идем каждый к своей цели. А цели, они разные. Будь то новый автомобиль, будь то... квартирка, да, будь то домик, будь то путешествие, у всех разная цель. Нужно понять ценность своей жизни. Это и все. Вот это самое важное. И понимать, что дни-то проходят. Не успела оглянуться, полдня пролетело. А вот здесь небольшой анализ того, чем занимаются много людей в интернете. Большинство людей. Я вот сегодня разговаривала, да, тоже как бы с людьми, но я даю понять, что... Я говорю, вы понимаете, я говорю, нужно определиться в одном месте. Вот вам нужно как человеку, как лидеру, да, определиться, где вы находитесь. Потому что если вы для себя выбрали какое-то направление, значит, вы там увидели деньги. Вы же не просто выбрали, куда толпа побежала. Так выбирают не лидеры, не лидеры. И не лидеры, они не зарабатывают денег хороших. Деньги хорошие зарабатывают лидеры в этом мире. Либо человек начинает развивать в себе лидерство, потому что оно есть в каждом. Либо он сидит, извините, с голой попой в конце жизни. Потому что та пенсия, которую получают наши люди, на нее смотреть и плакать только, собственно, и все. Однако нет, у нас на народу свистнули, вау, запускается классная компания, значит, идем туда, веди людей, да, там бесплатно заходим, строимся, ребята, бесплатно. Или там 5 баксов, да ладно, это не вопрос, закинуть, да, туда-сюда. Только в итоге-то получается, что и там надо... приводить людей. Потому что денежный поток нужно создавать под собой. Нужно приводить людей, они приводят, да, то есть формируются сети везде.
нужно формирование сети. Если вы, допустим, профессионал в каком-то деле, вы можете, у вас есть деньги хорошие, вы можете стать админом какой-то темы. Вы даже можете стать админом какого-то хайпа. Другой вопрос, за карму не боитесь? Чтобы не возникали вопросы, а почему проблемы в вашем роде, да, у ваших детей, у внуков, все в этом роде. Потому что обманываете людей, да, это вот, как бы, знаете, у меня такой негласный вопрос к админам хайпов, к баблосборникам, да, где людей пылесосят на деньги, очень профессионально причем. Так вот, не лучше ли сосредоточиться на одном бизнесе? На одном, потому что именно в одном месте надо направлять энергию. Денежный поток не понимает, куда ему ринуться бедному. Мы и там, и там, и там, куда пойти денежному потоку? Пригласить 3 активных партнера. И одна работа автоматически запускает все остальные источники дохода. Там работают автоматы. И зарабатывать вот такие деньги – это только начало. Поэтому как бы обращаю на это самое пристальное внимание. А что, собственно, нужно сделать? Что нужно сделать? Если вы почувствуете, что это ваше, да, нужно взять ссылки у пригласителя, зарегистрироваться на 3 аккаунта и активировать хотя бы один, 25. Пригласить 3 партнера можно больше, обучаться и действовать одновременно. И, в общем-то, наслаждаться результатами своей работы. Вот такие простые шаги, да, которые необходимо сделать. Необходимо использовать систему. Не нужно распыляться, объяснять что-то. Необходимо использовать систему. Таким образом вы и людям покажете, что мне просто этим заниматься. У меня есть система, которая за меня рассказывает, показывает. Мне нет необходимости вам сейчас рассказывать маркетинг, вам там, знаете, что-то показывать. Поэтому принимайте решения, да, делайте выводы, цените себя на 100%, ребят. И мы ждем в команде позитивных, активных и целеустремленных людей. Я закончила. Какие вопросы? Задавайте, пожалуйста. Какие возникли у вас вопросы? Благодарю, Танюш. Благодарю за внимание. Есть ли вопросы у Александра, у Ильи? Пишите ваши вопросы. Если вопросов нет, ну, наверное, я хорошо, подробно вам все рассказала. Нет, в любом случае, ребят, вопросы будут. Держите на связи тех людей, которые вас пригласили на данную встречу. Они обязательно вам все расскажут, разжуют, да, потому что им будет интересно, чтобы вы зарабатывали деньги. Все понятно. Это как в магазине, много людей покупают и огромный товарооборот. Ну, как везде, в принципе, да, как в магазине, как в любой теме. Любая тема – это люди. Запись, да, есть. Угу. Любая тема, будь то парикмахерская, будь то магазин, везде нужен человек, и человек приходит со своими деньгами. Это факт. И как бы мы ни крутили, так давайте мы не будем прыгать через заборы. Нам не надо никого стричь, нам не надо никому учиться майнить, нам не нужно, в принципе, никаких, я не знаю, телодвижений делать лишних. Нам нужно с удовольствием общаться с человеком. Потому что вы тот, как говорится, человек, который может дать ему очень классную возможность. Я очень благодарна человеку, который мне показал возможность корпорации Constellation Luck. И буду очень долго ему благодарна. Понимаете? Поэтому люди просто привыкли, что им нужно, чтобы заработать денег, им нужно много заборов перепрыгнуть между собой и деньгами. Если вопросов нет, я вас благодарю за внимание. Я вам желаю быстрого принятия решения, но в любом случае, какое бы оно ни было, это ваше решение, оно для вас сейчас на данный момент самое важное и верное. Партнерам желаю активных команд, активных партнеров, позитивных, и приходить с удовольствием к результатам, да, наслаждаться результатами своего труда. Всем благодарю, до свидания, в 7 часов у нас презентация по корпорации. Буду вас рада видеть, вас и ваших гостей.